Дорогие друзья, мы приглашаем вас на открытый пленэрный мастер-класс, на котором я постараюсь вам рассказать за одно занятие, оно будет полноценное, то есть долго, об атмосферном свете. Это самое главное, что нужно знать художнику, когда изображаешь природу. То есть это включает настроение и погоду. Мы идем именно за этим. И поэтому, я думаю, вам будет это очень полезно, интересно и плодотворно, так как с этой работой вы сможете вернуться, с такой работой вы сможете вернуться домой и повесить ее на стену. Желаю вам удачи, до встречи!